Волжские песни и сибирские танцы. Концертная программа «Вместе мы Россия» объединила на сцене Самарского академического театра оперы и балета два ярких народных коллектива, раскрывающих всю красоту и многогранность русской культуры. Сам проект для нас, два коллектива на одной сцене, он абсолютно не нов, и мы даже очень стремимся к этому. Мы очень стремимся к этому творческому взаимопроникновению и очень рады, но вот первый раз у нас будут красноярцы, наши гости из Красноярска, они давно здесь не были, а мы давно хотели вступить в такое творческое сотрудничество. Концертные программы Волжского хора всегда событие. Исполняются песни и танцы Золотого фонда, а также новые произведения в современных аранжировках. Волжский русский народный хор имени Милославова открывал концертную программу «Вместе мы Россия». Артисты больше часа рассказывали зрителям о самобытности волжского народа посредством песен и танцев, а затем поприветствовали гостей из Красноярска хлебом и солью. Показать тем зрителям в городах, где мы выступаем, такую наиболее разнообразную палитру. То есть вместе соединить на сцене различные жанры, стили, подходы, работу артистов. Всегда это очень интересно. Мне кажется, что зрителям это очень интересно — увидеть на одной площадке свой родной коллектив и коллектив приглашенный. Ансамбль танца Сибири имени Гаденко покоряет сердца зрителей уже на протяжении 60 лет. Искрометный темп, высокотехничные трюки, белокурые красавицы и красавцы – в этом заключается узнаваемый гаденковский стиль. Объединение позволило двум абсолютно разным коллективам обменяться опытом, а зрителю насладиться красотой народных песен и танцев Поволжья и Сибири. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.